Всем привет! Перед началом выпуска дайте я вам кое-что объясню. Это наш новый друг Дмитрий. Я называю его Барсы. Но я устал с ним играть в одно и то же, и я решил сделать ему небольшой подарок в виде террария. Но была только одна проблема. Это то, что он в принципе в нее не играл. А играл он в нее последний раз в школьные времена. Это еще мои, когда террария была бесплатной на телефоне. И мы с вами будем постепенно посвящать в этот сногсшибательный фандом террарии. Ну что ж, погнали! Я знаю, то, что здесь. Все, смотри, смотри. Ты... Ты один из моих лучших друзей, правильно? Правильно. По факту. Я тебя люблю? Конечно. Так же, как и я тебя. Похуй пойдет, ты поймешь. Люблю, блядь. По-братски чисто. Но ты петух. Само собой. А еще я люблю маму. Блядь, маму все любят. Мама это святое. Ну да, блядь. Короче, мы идем в террарию. А знаешь почему? Барс. А? Мы идем в террарию. Как мы идем в террарию? У меня нет террарии. Ты уверен? Ты что, намекаешь, чтобы я пришел домой к тебе и сделал тебе жесткий горловой? Как еще раз? Жесткий горловой? Ну, можно и сказать спасибо и передать привет подписчикам, потому что я снимал этот момент, блядь. Ой, блядь. Короче, блядь, мы идем в террарию, нахуй. С чем? Соединиться по стиму? Да. Сейчас, когда мой мир запустится... У тебя должен... Ебать, вот это вот, блядь. Как же я давно в эту игру не играл. Всем привет, дорогие друзья. Я вернулся. И не просто вернулся, я вернулся в террарию, нахуй. Пароль 4 единицы. Ну, я нажимаю присоединиться через Steam. Просто клацается и все. Ща, подожди. Что выбирать? Путешественник, классика, средний, классика, сложный? Классика, классика. Поздоровайся хоть с людьми, может кто-то здесь и есть. Может и нет. Этот видос еще не готов. С вами Демон и Андроид. Всем салям алейкум. Блядь, ты заебал с этим демоном. Тыква нахуй. Ну, кстати, спавн у нас довольно-таки неплохой. Я хоть и давно не играл в террарию, но, блядь, как по мне, это прикольная херня. Кстати, я слышал, ее пиздец как охуенно обновили. Пароль забыл. 4 однерки. Здесь все. Все, ты присоединился, я вижу. Ну я, короче, как всегда отвечаю за этот, как его, за строительство, за всю эту хуету. Ну, я, кстати, поставил сложность классику, потому что я уже просёк тот момент, то, что однохуйственно нас будут ебсти. Поэтому проще уже играть на классике и после стены плоти уже понимать, что такое боль. Сейчас надо хотя бы не умирать от слизней. Что на мастере этого практически невозможно.
Ебать, они сносят, конечно. Так, щелчок. Неплохо. Чего? А как мне обратно вернуться? Потом, если что. Да просто умереть. Ты вещи не потеряешь. Просто все монеты, которые ты нашел, вот их ты потеряешь. Либо зелье телепортации. Чуть за... 81 серебра. Что? О, демонитовая руда, по-моему. А, вольфрамовая. Неплохо, неплохо. Самое начало и довольно-таки неплохое продвижение даже. Сундук сломать не смогу? А если в нем есть какие-то предметы, то нет. Так я вроде нажал взять все. Ну, тогда ломай. Ломаются они, по-моему, киркой. О, золото. О, ништяк, я нашел и этот кристалл жизни. Мне очень нравится логика этой игры тем, то что огонь горит в воде. Я не знаю, я устал от Майнкрафта просто. Что такое? Что такое, Барс? Фигня какая-то бьет. А, да, в этой игре может убить все. Даже единорог. Я видел. Но. Ну, правда, они у нас еще не открыты. И я, походу, нашел какую-то пустынную хуйню. Так, старые лайфхаки. Слушай, мы старые игроки. Все верно. И да, я нашел проблемы на свою жопу. Иди сюда, прыгай ко мне. Вот так вот, типа, опа. И здесь кислород, да. Да зажми просто вот так вот. Чтобы... Меня фигня бьют. Да ты просто в воде дохнешь. А, нет, ты... Ну ладно. Ну, типа, тут умирать не стыдно. Тут, блядь. А что это за люди ходят? NPC. Они, кстати, очень тоже, блядь, сильно помогают в этой игре. Ты в Террарию когда последний раз играл? Давно. Понятно. Короче, когда мы еще в школе были, да? Ну, будем играть, и я буду тебе постепенно объяснять. В принципе, что, куда, когда. Кому. Я нашел золото, это хорошо. И вот еще трюфельный биом. На самом деле, это самый удачный спаун, который только может быть. Тут, в принципе, в самом начале есть все необходимое. Можешь пока походить по... пособирать дерево? Я это делаю уже. Так. Бля, я привык в нее на геймпаде играть, но что-то сейчас решил сыграть все-таки на компе. Бля, чутка непривычно даже. Блять, слишком высоко подниматься. Прям слишком. Но здесь должно быть что-то хорошее. О. Сундук. Взять все. О, нихера себе. Это неплохо на самом деле. Это довольно-таки неплохо. Это нахер вытянуть, потому что оно мне нужно. Я хочу это. Знак Омега. Ну, мы, кстати, я сделал порчу, потому что она чуть попроще багрянца.
и там и есть блядский червь. Я нашел очень хорошую руду. Вольфра. Ну, по-моему, нормально им я пока не могу воспользоваться. Последний раз я играл нормально под полномасштабно в Террарию. В принципе, на последних стримах, это тогда еще с Pony Hype. Так, залетим в этот дом, в котором ни хера нету. Нет, есть кристалл сердца. Это, блядь, съебался. Чего, блядь? Вот херня какая-то выпала. А, блядь, пиранья, сука. Нет такой херни, как, например, в Майнкрафте, чтобы... Опа. Хочешь прикол? Я нашел призывалку на босса. То есть мы уже можем дать пизды боссу, но у нас нет, грубо говоря, оборудования нормального. Во-во-во-во-во-во. Ты, по-моему, что-то перепутал, братан. Вот пошел отсюда. Нам нужно еще первым делом победить Скелетрона Прайма. Так, ну в принципе здесь есть Вольфрам. А здесь еще есть такая вот фигня. Ты же знаешь, что дают кристаллы жизни? Барс. Нет. Смотри, ты в пещере можешь найти кристалл жизни. Это такое пурпурное сердечко. Ну, как статуя, короче, стоит. Если ты его используешь, у тебя станет на 100 единиц хп больше. По-моему, 100, я не помню. Сейчас я даже проверю. И максимальная первая стадия, это, по-моему, 200. Не, блядь, или сколько там? Сейчас у меня 100 хп, а максимально, по-моему, то ли 400, то ли 200, я уже не помню. Игорку черный брат оторвали руку. Ты же читал мой ник, да? Да. Ты что-то хотел своровать? Поэтому тебе оторвали руку. Вы, я думал, ты бежал. Не-не-не, я пока еще в шахте. Я скоро телепортируюсь, подожди. Кстати, я не знаю вообще, в принципе, есть ли в этой игре консольные команды, как в Майнкрафте. Либо там читы, вот такая вот хуйня. Типа я их никогда не использовал. На телепортировал, вот. Ух ты, блядь. А, сейчас ночь, да? Воу-воу-воу-воу-воу, по-моему, ты, блядь, братан, наглеешь. Хамон ебучий. Так, короче, что нам нужно? Зелье ночного видения. Нет. Я отгребаю по полной. Братан, я хочу жить, поэтому я... Ну ладно. Да ты не вывезешь.
Подожди, мне зелье ночного зрения. Нахуй оно мне нужно? Так, сейчас я бахну зелье хила. Потом... Так, где ты там, блядь, как карту ебучую открыть? Бля, в натуре, а как открыть карту? Я уже что-то забыл. Я звездочку какую-то нашел. О, это ништяк. Если ты соберешь так... по-моему, ты можешь из четырех звезд сделать синюю звезду, использовать ее, и у тебя будет на 100 маны больше. А, на 20 маны больше. Блять, как? Блять, мне надо искать тогда, получается, зелье телепортации, нахуй. У себя... А, вот оно, я просто постарел. Чё, давай, иди к спавну. Далеко... Ох, ебать, ты ускакал. Ну, тебе пизда, я вижу. Я тут анхамон, не подходи ко мне. Тебе же лучше будет. Это стул. Да, я же говорю, в этой игре может убить это все. Там первики какие-то люди. Я знаю. Миша, у меня 3 звезды есть было, и что? Ну, у тебя ничего не пропадает. Там что-то нет, у меня, говорю, 3 звезды было, и что это? Смотри, если ты найдешь четвертую, ты сможешь... У меня справа звезда какая-то, перед синяя. А, она у меня тоже есть. Это мана. Это мана. И постарайся много не умирать. Либо, когда умираешь, срубай свои... Эти, как его? Пошли там в левую сторону. О. Нету ничего. Ладно, потом... Блять, чё, скоро Хэллоуин, что ли, я понять не могу. Тыкв так много. Знаешь, что самое главное? Чтобы... Во время Хэллоуина на нас не напала этот, как его, волна. Тут в этой игре есть очень много волн. То есть может взойти кровавая луна. Тебя будут попытаться уничтожить гоблины. А, не гоблины, просто все. Но на повышенном уровне, так сказать. А потом есть... гоблинская какая-то херня, пиратская, хэллоуинская, рождественская, новогодняя, может, это одно и то же, я уже не помню. Блять, забыл. Так. А валяна руда нужна? Да, собирай. Бля, я что-то сейчас сам аутизм поймал, я забыл, в принципе, все нахуй. Так, костер я поставлю вот сюда. И один вот сюда. Мне, в принципе, сейчас умирать не надо, потому что у меня целых несколько золотых. Золото. Вот золото здесь ценится хорошо довольно-таки. Так, я пока построю небольшой домик. Нам понадобится верстак. Ну и среднюю я включил для того, чтобы ты хотя бы в принципе осознал, что это за игра, и чтобы тебя не насиловали каждые 5 минут. Как это делали в начале меня.
Я знаю. Я, кстати, ни с кем так не мелочусь, потому что хайп, в принципе, не помнил, как в нее играть. Я сразу включил самую, блядь, ебанутую сложность. В принципе, проверка дома. Это дом подходит. Все, братан, ты теперь живешь здесь. Барса потихоньку уничтожают. А я устал разговаривать. Так, то у меня будет выход на балкон такой. Скотина голову отрубила. Стервятник. Черный брат. Черного брата убила, я сейчас приду на пизду сраку, блядь. Так. На. Где? Да ты не запрыгнешь ко мне. Так, здесь надо делать стенку. А можешь переработать песок в стекло? И зачем ты ломаешь мой дом? Так. Иди, возьми песок, подойди к печке и зайди в меню крафта. Да. Так. А как это? Ну, просто Escape и в правом нижней колонне, где очень много крафтов. Что жать? Ну, прокручивай, если у тебя там много предметов. И там должно быть стекло. Просто нажми на него, и оно само скрафтится. Так, ебать мне дверей надо, ебаный рот. На столе лежит. Угу. Хорошо. О, ништяк, 99 стекла. Джеколюс, протыквенная свеча. Я хочу, блять, пару светильников Джека ебану. Вот это будет прикольно. Я могу сделать тебе меч с минимум 10 урона. Сейчас у тебя примерно, блять, урона 4. Делать? Короче, я тебе сделал. На. Фу, блять. Я его скинул, ты подобрал? О, да. Как моя волына. Я убежал. Давай. Ебать, это что за полухуй, полупидор? Линза. Ты как зомби пропустил? Как они тебя не тронули? Да, сейчас идет Хэллоуин, походу, потому что они все в каких-то костюмах. Мне, блядь, на самом деле это нихера не нравится. Так. Вот так. Вот так. Заткнись. Блянь, ну согласись, звуки тут просто бомбовские, типа как ветер шумит, как всякая такая херня. Блядь.
Если сможешь, спустись в шахту, где был я, и там в грибном этом биоме есть этот, как его, паутина. Нужно реально нормальное такое количество паутины, чтобы и кровать там сделать. И комнату осветить. Поминутно просто каждого распишу. Сколько у него скорость, блядь? Невероятно высокая скорость. Это просто нечто. Так. Так. Да, кстати, когда ты перезаходишь в игру, ты начинаешь с места, где появляешься. Сделай мне такую же. А хуй его знает, это ее можно только найти. Тут же ж не все можно сделать. Могу дать тебе магический этот, как его, посох. Да. Он фаерболами хуярит. Кстати, я ведь так и не все переплавил. Да, можно как-нибудь быстро сортировку. Во. А теперь тыквенный верстак. В принципе, ничего прям такого, что я хотел, ну ладно. Ну, типа, звезды соберу, там написано навсегда, типа, мана будет 20. Ну, тебе плюс еще 20 маны навсегда. То есть у тебя будет в общем 40 маны. И так, по-моему, до 100 или... А, до 200 маны, по-моему. Уже не помню. Ладно, чё. До скорых встреч. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока. Попрощайся хотя бы. С вами демон и андроид. Да ты заебал. Фуки-нуки. Всем пока.